Звание мастера спорта по тэквондо заслужил студент Эрниту Иван Морозов, призер чемпионата Европы, обладатель вторых и третьих мест на чемпионатах России и многократный победитель первенства Сибирского федерального округа по популярному в Азии виду единоборства. Свою статусную награду получил из рук ректора университета. Решающей для получения звания стала очередная победа иркутянина. На прошедших в минувшем ноябре всероссийских состязаниях Иван вошел в тройку лидеров. Динамичное единоборство, где основное оружие и защита ноги, привлекло еще в детстве. Теперь в спортзале студент проводит по 4-5 вечеров в неделю, а в период подготовки к важным соревнованиям занимается дважды в день. Ну, это укрепление здоровья, то есть в первую очередь, потому что я уже сколько лет занимаюсь спортом, и я не могу представить свой день без спорта. То есть постоянно чувствуешь тонус в организме, легкость вот эта вот и уверенность такую. Сейчас боец готовится к новому соревновательному сезону. Впереди отбор в сборную страны и важный турнир в Греции. На Грецию я поеду 100%, и, скорее всего, перед Грецией будет один турнир, чтобы проверить свои силы, посмотреть, что сейчас готово, где надо подправить.